Привет, друзья! Приехали в гости весенний круиз к Вальдемару. Вальдемар Кох. Вот, покажу вам. Hello! Здравствуйте! Привет. Я вас снимаю. Привет! А это вот роспись, это недавно? Ну, это Вальдемар когда-то, на ней тоже лет 15, может, 20 назад рисунок. Угу. Вот эти камни потом пойдут туда-назад. Причатка, да? Да. Ага. Тоже пчеловод приехал, да? Да. Вальдемар? Ваня Фак от Дафман Видео Маху, да? Hello. MFT in YouTube. YouTube канал. YouTube канал. Друзья, Вальдемар Кох. Личная персона. Вчера мы общались насчет карники Бакфаста. Вы можете еще раз подтвердить? Он занимался, ну просто неправильно мы, может, поняли. Он занимался 30 лет карникой. Да? Да. Да. И последние 10 лет. Лет 7 я beschäftigte mit der Karnik. Бакфаст. То есть 10 лет он занимается, но 30 лет до этого он занимался карникой. Карникой, да. Und 30 Jahre карника. А что заставило его? Почему он с карники перешел на... Um hast du beschlossen mit Backfast? Weil ich keine Lust habe, immer einen Baum rumzuklettern und die Schwärme da wieder rauszuholen. Говорит, у него не было потом уже желания лазить по деревьям и снимать... То есть карника более ролевая получается? Ролевая, более ролевая. Чем Бакфаст. Да. Бакфаст, если даже проследил пасечник, то рой сидит внизу. Угу. Его можно легко достать. Угу. Поэтому а у вас деревья этого... высокие тут? А это ваш магазин, да? Да. Это вот... Тут, ну, небольшой, но все необходимое для пчеловодов есть. А что самое востребованное вообще? Самый инвентарь? Что самое берут? Инвентарь? Да, самое большее. Самый востребованный товар, я могу сказать, это воск. Воск. Да. Воск. Ващина, этих... да? Ващина. Ага. Заказывают, покупают, обмениваются. Угу. А сколько видов ващины? Ой, я даже посмотрю. Не знаю. О. Клайн. Маловато, да? Там так. Расширить можно? То не нормально. Нормально, будем так носить. Да? Это для моего ребенка на голову. Снимай, я заберу моего ребенку своему. Класс. 8 лет. Вот кепочка. Вот большая. Опа. А это? О, ну, это вот лучше. Это, да. Ага, хорошо. А у вас вообще такой, я смотрю, популярны именно сувениры на пчеловодческую тематику, потому что все пчеловоды пытаются наклейку на машину, что-то связано с пчеловодством, да, постоянно, да? Да, да. Но они вообще любят всякие украшения. Вы, наверное, уже заметили у Лизы и Сергея, там да. Все заставили, да. Да, 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 да. Статуэтками, фигурками. Можно я так посмотрю, что у вас на камеру? Видите, решетки. Ващина. А, ты вон, помпа. А, помпа. Я понял, хорошо. Сапетки. Ну, это с ващины, а с инструмента? В основном это ульи, да, наверное? Или рамки? Да, вот эти вот из пенопласта еще очень ходовые вот эти вот ящики покупают, да. Угу. Улетают. И рамки. И рамки. Рамки для ульев. Различного размера. Просто Ваня хочет пчеловодческий магазин открыть. Ага. И он интересуется. Ну, банки. Банки. Ну вот. Хорошо идет ващина. Можно зайти? Да, пожалуйста. Можно? Ну, разные мелочи, конечно. Вот шкафчик вот этот вот. Угу. Тут шкафчики и клеточки. Ну, все-все-все, что все, надо. Все-все-все абсолютно, да, вот по мелочи, что нужно. Угу. Угу. О, листочки, задвижки, Денис. Денис. Ой, ну, в последнее время что-то все жидким очень. А так хороший клей. Это уже за последнее время сухой. Постоянно. Да. Кепочки. На пчеловодческую тематику.
А сколько стоит кепочка? Не костит, а свихель костит. Не. Вальдемар. Вальдемар молодец. Я смотрю, у него есть чувство юмора. Есть, хорошо. Есть, есть. Да. Без этого как? Джентеры есть. А вы вот костюмы тоже покупаете? Да, конечно. Да, очень хорошие костюмы. Джентеры. А палитки. Гвоздики. Ящик. Мы были на демонстрации, вот каждый год бывает. Где пчеловоды и сельхозработники протестуют против всяких инсектицидов, гербицидов, вот устраивают. Вот мы были один раз в Берлине зимой. Да, это ж тот кох тоже очень активный. Да, он тоже был. Да. Наклейки. Он, по-моему, каждый год, по-моему, ездит на эту демонстрацию. Шпатели. Да. Я помню его выступление на площади. Und diese Antibiotika kosten voll, Waldemar. Kosten 20 Dollar. О, мед, пыльца, свинки. Если тебе выгодно, то, говорит, можно будет разных размеров. Да, я вам покажу, что есть. Вот очень много сейчас рамок с Украины пересылают в вашу машину, да, заказывают. Именно сюда. Приспособлены именно под немецкий, да, размер, да? Вино. Рыхин, Наташ, а это вчера мы вот это пили вино, да? Да. Вот это. Ну вот разное, оно разного сорта. А вас по карточке можно рассчитаться? Карточкой? Нет, только... Мы рассчитаемся наличкой. Только... А, есть наличка? Конечно. А это вот для банок. Для банок. Да, ага, вот очень удобно. Ага, я посылаю вот сразу, так вот, да. Если своим близким. Угу. Это по почте, да? Баночки. Вот вообще, на смотри, как в коробках. Вот что бельвенда. Угу. Как вы вообще довольны в этом году погодой, зимовкой? Да нет, что-то не очень. Да? Сыро, холодно как-то, да. Das Problem ist, dass ich von da keine Kontakte habe und nichts rüberkriege. Wenn man da Sachen kriegen kann und er hier was rüberbringen will, ist das kein Problem. Verkaufen, machen wir das schon. У него нет контактов с Украиной, поэтому если бы вот наладили, то, конечно, без проблем он бы продавал товары, Денис. Тем более, если они стоят дешевле. А это что такое? Зумф. Зумф, вофел. Honig, Honig. Aufdauert, würde man. А, я понял, это оттуда. А, вот смотри, да, и с этими. С мантом. По-моему. Zum Aufdauern, ja, würde man. Nein, zum Honig. Wenn er rührst, läuft er da rein, dann da durch, bisschen warm und dann abpumpen. Дымпушка, да? Да. А ты видишь часы какие? Я уже снял часы. Да. Он дымпушка. Все, спасибо вам за гостеприимство. Да. Что нам нужно, Вася? Давай будем тебя покупать. Да, давай покупать. Ну, скажи пока. Ладно. Не, литки мы хотели еще взять. Thank you.
снова привет. Друзья, приехали к Ральфу Кольбе или Рудольфу Ральфу, по-моему. Вот у него такое поместье. Двор такой большой. Холмик. Реклама на заборах тоже висит. Вот. Прикольный. Стендик. Люди как красиво делают. Ну, тут пчел не видно. Здесь пчел нет. Ну, просто за двором. И вот тут вот это все поместье, он идет он оттуда. Хоник, рекламка. Видел там на домах картину? На тему пчеловодства. Да, вот я показывал. Там, ну это все двор одного хозяина, я так там понимаю, да? Дальше идет такой большой, да. Ага. Нам кепочку подарили он Денису и нам. Ты сказал, зачем мы приехали? Ну нет, мы не сказали, а зачем мы приехали? И куда мы? Я матки сказ... зимовалых Бакфаста. Не, ну... Один из селекционеров Бакфаста Германии. Кольбе, правильно? Да. Кольбе. А, Кольбе? Кольбе. Ральф Кольбе. Не, ну да. Кольбе, наверное, считается. Вот, вот его сайт можно посмотреть. Он есть и в педигри можно. А, он и в педигри есть? Да. Да. Они готовят, у них есть свои облетники, они готовят отцовские семьи на Лаунтенталь, ага. Откуда очень много маток идет. На Украину. Короче, это, друзья, помните, я там выставлял фотографию, что делают тачок второй Бакфаста, зимовал. Ну, это, хочу попробовать Бакфаст. Короче, Денис предложил свои услуги, говорит, едем за зимовалыми матками Бакфаст. Чистыми, чистопородными, да? Конечно, то с облетника. То есть, я сказал Денису, я не хочу пробовать F, ну, F-кам, ну, F-ки, я хочу попробовать. Более красивые, да? Магнолия. Да. Сейчас он подъедет, вон у него еще есть пропаганда, как говорит, да. Женя. Не, ну я показал уже. Очень классно. Красиво. Сейчас. Вот это, немцы, конечно, молодцы, прикольно у них тут. Мы уже проехали с Денисом почти 2000 километров. Ну, по многим городам и селам поездили. Денис, а как ты думаешь, что этот, ну, павильончик, это чисто, ну... Презентация, я думаю. Для презентации? Это вот, видишь, старые такие они использовали. С навесами, видишь? Угу. Состав. Ну, прикольненько. Да. Это мы зашли в двор. Это дома во дворе стоит. Ваня! И, я! Машина. Таня. Таня. Thanks a lot. And it is for beekeeper. Hey. Это. Nice. Это от нашего украинского производителя делает разные эксклюзивные вещи. Practice. It is for beekeepers. Cool. Mm-hmm. Yeah. For instruments. Yes. Jogi, guck mal, wir haben eine Werkzeugkiste für Unko gekriegt. Wow. Hi. Cool. Hey. Jörg. Jörg. Sieht gut aus. Cool, ja. Nice. Ja, gut aus. Ja. Schöne Arbeit. Ah ja. Nein, it is for table. Машинка. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Cool. So. Need help? So, hm? Need help? Fein, ja. Ach, warte nicht. Geh mit rein, Kaffee trinken. No, no. Wow. It's for nucleus.
Смотри, там сколько нуков. Ой, и собаки. Вот собака. Кэфкин? 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 Can you show nucleus? Okay. Ой, собачка молодец. Молодец. Сейчас он покажет тебе нуклеусы, Вань. Да? Пасеку мы снимем. Крышки сами делали, да? Собачки. А? Муки собираются, наверное, из трех рам. Ага. Ну те, что это рамка в рамку. Да. Один из тачков? Да, да. У них много тачков. Мне вот это нравится. Вот я не знаю. Просто ради. Для диких пчел. Я знаю. Просто, ну, сделать себе на пасеке такой, наверное, надо. Ну почему нет? Ну, надо как-то. Ты видел машину? Машина, да. Круто. Car is very nice. Good. It is one from. How many apiary you have? Place for bees. It is one place for hives. А что? Five. Так, пять. Пять тачков, да. У пять тачков. Денис спрашивал, сколько тачков? Пять тачков. And in the summer. Это база, наверное. We drive the beans to the blue field. Yes, yes, yes. Между медоносом они еще пошли. Так какой-то это подъемник. Подъемничек какой-то, перевозчик. Иду. Он сейчас отсюда отбирает зимовалых маток, ну отобрал уже сегодня утром. А с этих, вот да? Вот таких, да. Вот он здесь зимует, у него нуклеусы сразу. И он их сейчас разделяет. Ну то есть разделяет. Ага. То есть по нукам. Он сказал, что где-то две недели назад в Америку он отправил зимовалых. А в Америку, да, поехали? Через Наталью. Ага. А, ну да, Наталья же тоже, да, говорила. Наталья Кох. Это у них основной такой как бы перевалочный пункт. Ну, база, можно, да, так сказать. Да, да, да. Смотри, пользуются водой. Раз. Не дымом, а водой, да? Да, 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 да. For the queens? Да, видишь, ты смотри. Окей, окей. Видишь, 6 рамок здесь, да? Можно так рамки поставить? Да, а можно это? Да, я. Окей, окей. And the thing. И. А, во. И так, и так. Да, да, да. Я. The same. Окей, yes. So? Он so. Да. Видишь, он комбинирует. Ага. Это кормушка и все. Комбинация идет. And for the queens? Yes. For the winter? Да. Three in one cast. Mm-hmm. Mm-hmm. One. Four. Four. Yes. Yeah. And three. Nine. Yes. Four. Four. Yeah. It is for winter. По четыре. For the winter. Это они, он по четыре раза, да, на зиму, да, пускает. Да, да, я понял. По четыре. Да, зимуют. Да, да, да. Six. In two cases. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah.
und die Queens, die ich verkaufe, mhm. früher, Return the Queen mhm. and Return the Sheet. Yeah, yeah, yeah. Und die Bienen laufen zusammen. Yes. Und bis auf eine, mhm. for the year, and Absperrgitter, only Honigraum. Honigraum. And entnehmen Bienen for the young Völker. Mhm. Ja. Mhm. Das ist Zucht. Mhm. Das ist für Leistung. Mhm. Ja. Also für Test the Leistung, mhm. the Güte. And das ist Zucht. Ja. Only Honigraum. Ganz viele. Und dann immer Kunstschwarm wegnehmen für Apidea. Mhm. Okay. Ja. Und aber nur eine hier drinnen. Also zwei, two Königin, ein Honigraum, aber nie vier. Vier nicht. Das ist zu viel. Too many. Эти не пчелы лезут в лицо, какие-то мушки. Ja, und kollegiales Silber, Silberwasser. Mm-hmm. Look. Mm-hmm. Mm-hmm. Swiss syrup. Yes, no. Ist gut für Hygiene. Mm-hmm. Ja. Bienen sind ruhig. Mm-hmm. Смотри, пчела очень, смотри, вся однородная, да? Вот заметь, у всех таргеты. Да. Und putzen die Waben. Да. Ja. Okay. Thank you. Да. Можно туда сходить? Пчелки с пыльцой даже. Желтая пыльца. А? Ну желтая пыльца идет уже. Смотри. Это для пыльца, вот это пыльцеловитель? Ну, смотри. Видишь? Ага. Оу. Ага. It's too small. Yes, yes, yes. Mm-hmm. It's too small. Yes, yes. Это слишком маленькая для... Ну, я понял, ну это польская, да. Лысонь. Угу. Решетка. А с Польни, а? Да, видишь, она пыльцеловитель на шестерах. Too small. Это то, о чем я тебе говорил, что ну, на наших шестерёночных тоже можно пыльцу собирать. А ты об этом не подумал. А нету, ну ладно, чтобы посмотреть пыльцесборник. Can you show in this place? Can you show construction for this? In maybe you have home? Yes. It's noch nicht fertig, noch nicht finished. Okay, okay. Это он тестирует. The first two. Yes. Это он тестирует, это единственные две. Я понял. Он видишь, говорит уже, что... Слушай, а пыльцы много вам? Желтые. Вон желтые пыльцы много. А как забирать пыльцу? О, отсюда. Я... Вон, смотри. Mhm. Oh, mhm. Aber da und dann. Ist Wasser jetzt, ja, es ist Probe. I now show you here from my phone. Ja. Okay. Okay.
сейчас я покажу твое видео. С донным? Да не надо с донным. Там есть куча других видео. По два корпуса, дно, корпус, корпус и крыша. Пчелки летают. Территория большая у него. Рамки вот такие. Наващивают по пол. Ващину экономят. Иду. Пчелки есть. Это что он хочет выказать, я не понял, честно. А, ну это... Я понял, это дно. А, он хочет поменять и... Я понял, он хочет поменять и принесет тебе тут. Понял? Да, ну это не обязательно. Мэн. Апидея. О, он с пчелами. Окей, I go. С пчелами. Нуклеусы и тут разные. Решили показать. Все, меня припахали. Сейчас до не буду менять. А, too small. Yes. Это тест. Ну вот это, конечно, не годится, да? And you can? The weather is nice. Mm-hmm. So. And the weather is schlecht. Mm-hmm. You can. Mm-hmm. So. Okay. Yeah. Mm-hmm. What? Voilà. Nein, warte. Yeah, ich will. Yes. A picture. Nein, ich wollte no. Die toten Bienen. Oh. Цветет уже яблоня. Да, у него здесь в основном, он говорит, в основном нуклеусы. Тут нуклеусы да. Стоят. И он как-то тестирует в этих тоже шестирамочниках, он их тестирует, какие-то линии. Ага. Он говорит, ставит мед, чтобы тестировать. Да. Ну пошли. Надо на шестирамочник такой подумать. Да. М06. Что-то подписано. М01. Это воскотопка солнечная. Солнечная. Для воска, да? Воск? Я выком. Помнишь, мы спрашивали в цели? Тоже покупает такие огромные воскотопки. Ну вот тоже воскотопка, самодельная рама полностью. Помнишь, да. Такие большие воскотопки. Заводская воскотопка, да? А, давай откроем, глянем. С уплотнителями.
Ну это паровая, да, Денис? Я не знаю, что сказать. Такие. Nein, in der ersten Zeile, die Mutter. Also du hast ja vorne die Mutter und danach, was angebaut ist, muss irgendwo ein Stollwerk stehen oder so. Что это с дезинфекцией такое? Тележка. Тележка тогда, видишь, с этим. Ага. Поддоны. Машинка такая непонятная какая. Манюнька, поддоны. Домик. А что за домик? На дереве. Прикольно. Так, пойдем. Там нам заполняют. Заполняют паспорта. Слушай, сколько, смотри, она как пыль. Слушай, они как заходят, они как пыльцу на дом домой. А вот пыльцу несут, видно, пыльцу несут с этой стороны. Так вот он сюда вот заносит пыльцу как-то задом. Вот сейчас я вижу. Опа, она задом заходит с пыльцой. Смотри, так тут смотри, большие, вот сюда большие заходят. А вон там еще, смотри, глаза торчат. Да. Видишь? И сидит там, смотри. Да, да, да. С пыльцой. Видишь, обычные трубочки, вон, смотри. Разные трубочки с разных этих. Много. А это вот из... Глины. Это с глины, пойдем. А это вот для этого, для шмеля, смотри. Входу. Так смотри, при разные трубочки, разные-разные. В кирпичах, я смотрю, практически нету никого. В кирпичах нету. А вот эти черные, что... Они вот в кирпичах, вот они делают, видишь? А, такие, да, вот, да, такие, да, да, да. Это другие. А да. Вот это что, мел? Зачем? Ну, я смотрю, залазят он в эти, вот в эти. Да. Хорошо залазят вот в эти. В трубочки. Трубочки пластиковые. И вот в эти хорошо залазят. То есть в пыльце она измазана. Да, да. Вот, по кирпичах лазит. Ну, короче, везде есть жители. В каждой. А здесь непонятно. Шмеля нет. Трубочки разные. Вот это надо себе такое сделать. На пасеке. Да? Да, и они же не трогают никого. Они никого не трогают. Они никому не мешают. И это. Дикие опылители пчел. Если три вылазит как. Вот. Шик. Я бы еще там позаглядал бы по пчелах. А что там смотришь? Ну, просто пооткрывать пару крышек. Не, не надо. Не надо? Конечно. Что ты на меня смотришь камерой и говоришь? Не надо. Это такая большая территория. Здесь нуклеусом расставляют. Здесь стоят пчелы, нуклеусы. Красивый вид, да? Да, я сейчас покажу. Там еще. Еще и там. Вот сироп там, да? Еще вот. Аж там территория. Короче, земли много. Вон, церковь покажу. Ну, не церковь, а на горе. Что там, я не знаю. Горы. Бакфаст. Денис, а ну интервью мне дай бегом, две минутки. Да. Короче, этот человек на Бакфасте давно уже он? Он говорит? Сказал, что с самого начала начал Бакфаст. А, то есть... У него же семья занимается Бакфастом давно. Ага. Даже его тесть или дядя, я так и не понял точно, занимается Бакфастом. Это Бэр Брикс. Ага. Просто я смотрю, поместье большое, двор очень большой, дома. То есть, ну, они капитально занимаются просто. Ну, ты же видел, насколько старые там уже и рисунки, и так далее. Привлекание клиентов. Ну, прикольно. Ну, для Германии это участок огромный вообще. Ну, для Германии очень огромный. По тем, что у нас предыдущим поездкам,
что мы были, что нам говорили, то очень... У них квадратами продаются. Ну да, сотками. У них считают землю квадратами, да, не сотками, а квадратами. Ну пошли. Пошли. Еще раз он сниму так. Травку косит немец. Классное место. Только вон какие-то цистерны все равно стоят. Горы. Туманка. Сегодня день не солнечный. Сейчас позаглядаем еще. Нуклеусы, все нуклеусы. Короче, семей тут практически нет. А вот семьи хорошо носят. Вот тут я смотрел. Смотри, как он сейчас будет рамки. Это для трутня, наверное. Ну, не, я уже показывал рамки. Я хотел то тут посмотреть. Да не открывай. Не буду открывать. Просто говорю, хоть. Я не буду открывать. Видишь, у них какие-то М1, М, ну, 0. О, вон еще одна у них машина такая. Да. А, это вот сам Барби. А Пидея, смотри, тоже зимовалые. А Пидея. Барбрикс, наверное. Hello. This card is for this. For this queen. For this queen. Okay. Every. Okay. Ja. Und hier hinten sieht er immer, welche Königinnen das sind. Ja. This is the number. Это мама. This is the number of the. Линия. Genau. Это мама. And these are cards. Это ее родословная. Genau. Und was auch wichtig ist, ich. Das ist die Beutennummer, in der die Zuchtmutter aktuell ist. Und ich schreibe aber immer die Linie. Ja? Das ist die aktuelle Beutennummer für die Pedigree. Ja? Aber my number for the Linie ist die. Okay. Ja? Also immer die mit aufschreiben, wenn return. Okay. Ja? Information. Yeah, if you need information, you need birth numbers. Yes. That he knows which queen it is. I understand. Yeah. Okay, thank you. Okay, damit. Это такие паспорта, да? Да. О, good. Okay. Yeah. It is from Ukraine. Next time I will take for you and you because I nice. Good you after. Nice. I'm fine. Firma Park Plus. Привет. Парк Плюс. Привет им. Таня, тут каждый день подарок. Таня, это запалит. Запалит, да. Не, мы все очень довольны. Да. So, jetzt kannst du so eine Packung Matik. Box holen. Okay. Eine große. Schon eine große Box. Zwei. Zwei Gefühle. Ja, das ist nicht. Many people from Russia. Yes?
Sometimes. Ну, тут сзади все расписано, да? Вся, да, да, вся родословная, можно через педигри посмотреть. Ага. Упаковка. Ага. Все, упаковано. Получите, распишитесь.